Итак, на столе вы видите необходимые материалы. Начну с бумаги. Это скраб-бумага не какой-то известной марки. Я купила ее в магазине Кик. Это дешевый магазин, где продаются различные товары для дома, одежда, канцелярские товары и все прочее. В общем, время от времени там появляется скраб-бумага. Стоит она дешево, 1,59 евро. 1 евро 59 центов. Здесь 30 листов, размер 15 на 15. Плотность бумаги приблизительно 150-170 грамм, наверное. Может быть, чуть побольше. Принты, видите, разные. Комбинировать ее тяжеловато, потому что для такого маленького альбома это очень крупные принты, например, вот эти вот огромные розы. Ну, что-нибудь как-нибудь будем делать. Или вот, например, вот эти вот большие буквы. Да, что-нибудь придумаем. У меня уйдет на этот альбом два блока. Они одинаковые абсолютно. Вот. Некоторые странички из этого блока я уже использовала. В общем, получается около 60 листов на изготовление альбома вам понадобится размером 15 на 15 сантиметров. Дальше из бумаги также понадобится фотокартон плотностью 300 грамм черного цвета. Так, настроилась. Да, понадобится примерно 4 листа такого фотокартона. Это и для изготовления страниц, ну, может быть, 5, может быть, но это уже, наверное, самое большое, что 5. Фоток, я уже сказала, что плотность 300 грамм. У нас в Германии продается он везде, этот картон. Также вот в этом же магазинах Еврошоп, типа, тоже, как в России, у нас есть тоже такие магазины. Там он продается, продается также на почте. Ну, в общем, можно купить. Стоит один такой лист 1 евро. В интернете стоит дешевле, можно купить за 54 или за 56 центов, но пересылка при этом стоит 7 евро, потому что это большая упаковка, да, размер 50 на 70 листов. Поэтому для того, кому надо, например, всего лишь 4 листочка, я думаю, смысла нет заказывать в интернете, а уже просто купить где-то здесь, на месте, как говорится. Но я покупаю альбом большими партиями, поэтому пересылка мне, в принципе, большой роли не играет. Я так оптом, как говорится, покупаю вот именно по 54 цента, поэтому наличие такого альбома у меня всегда в достатке. Вот, ну это так, для информации. Дальше, из инструментов мне понадобятся ножницы, понадобится палочка для пиковки, вот такой вот канцелярский нож. Но он мне понадобится только для того, чтобы разрезать какие-то прорези делать, потому что у меня есть большой резак, и я буду резать все основное резаком своим. Также понадобится клей таки глюй, и понадобится двухсторонний скотч, но это не обязательно. В маленьких альбомах, в альбомах маленького формата я чаще всего использую таки глю для приклеивания всего, и подложек, и конструкций каких-то, и самой скраб-бумаги. Он ведет себя, в принципе, нормально. И бывает иногда, что как бы листочки выгибаются. Если, например, только с одной стороны приклеиваешь, например, скраб-бумагу на подложку. Но когда ты делаешь с двух сторон, то тогда, в принципе, нормально все, ничего не выгибается. Но, судя по моему опыту, использовать при наклеивании всех подложек, оформлять подложки, например, обклеивать их полностью скраповой бумагой, то тогда именно в альбомах большого формата, он тогда еще больше ведет бумагу. Видимо, то, что площадь бумаги большая, я не знаю, почему так происходит, но листочки как-то выгибаются. В общем, эффект мне не очень нравится, поэтому в альбомах большого формата я использую чаще всего вот такой двусторонний скотч. Он ничего не делает с бумагой, бумага остается абсолютно ровной. Естественно, уходит его очень много, например, на альбом размером 20 на 20 сантиметров. И с 6 разворотами, там с различными подложками, все примерно 3 вот таких вот уходит у меня. 3 упаковочки вот таких вот. Здесь по 30 метров упаковка, можете представить, 90 метров уходит именно на этот такой вот средний альбом 20 на 20 сантиметров. Но у нас тоже он стоит 1 евро 59 центов. В принципе, это недорого, поэтому... И качество у него, в принципе, хорошее. Мне нравится, очень хорошо приклеивает. Даже иногда, если ты уже, допустим, провел беговкой по месту приклеивания, то уже практически невозможно отодрать, если что-то неправильно наклеил. Ну вот, это так тоже для общей информации. Ну так...
Теперь к страничкам. У меня есть, девчонки, вот такие вот заготовки. Я их называю скетчами. Ну, конечно, это не скетчи. Скетчи – это что-то другое. Но это вот у меня такие вот образцы моих страничек. Всякий раз, когда я выдумываю какую-нибудь новую конструкцию, я сначала делаю ее на пробной бумаге, так сказать. Это тоже белый фотокартон, но он примерно 180 грамм плотностью. Вот, использовать в альбом... Я его не использую в альбомах, поэтому я его использую только вот для того, чтобы построить страничку, так сказать, знать, как она выглядит. И, ну, вот, да, таких у меня много заготовок всяких. Я отобрала именно те, которые нам понадобятся в альбоме, который мы будем делать. Что удобно, если у вас, например, есть заказ на определенные фотографии, сейчас я покажу, то тогда, прикладывая фотографии вот к таким вот заготовочкам, к таким образцам, вы можете уже определить, например, где вот эта вот фотография ляжет, например, это у меня для такая подложечка для фотографии 9×13. Или если у вас фотографии, например, 6×8, вы можете уже расположить их где-то, где будет лежать эти фотографии. В общем, если есть у вас наличие фотографий, то очень удобно пользоваться вот такими вот скетчами, если можно так назвать. И вы увидите, поместятся все фотографии этого формата в вашем альбоме. Или, например, фотографии большего формата, значит, нужно делать альбом больше, большего размера. Ну, в общем, это мой такой опыт, мне это очень нравится. И к тому же это экономит время, не надо сидеть долго продумывать конструкции какие-то. А я люблю именно альбомы с конструкциями, со всякими открывашками, закрывашками, там с потайными карманчиками какими-то такими. Поэтому вот я делаю вот такие вот себе подсказочки. И к тому же здесь стоят у меня, на каждой детали стоит размер. Например, вот эта вот закрывашка будет служить креплением, чтобы страничка закрывалась. Имеет на размер 6,5 дюймов на 2 дюйма. Я использую вот в маленьких альбомах дюймы. У меня и доска для беговки тоже в дюймах, и на резаке тоже дюймы есть. Поэтому мне как-то удобнее вот маленькие альбомы делать в дюймах. А дальше, допустим, вот это вот этот подкидной элемент. Он имеет размеры общие 8×6. Тут я уже каждую детальку наметила, сколько это общее. Вот. И, в общем, на каждой детали у меня стоит размер, поэтому я уже увидела. Я уже могу без труда, не используя линейку, сразу узнать, какие размеры мне нужны, и тут же нарезать. Это очень сильно экономит время, особенно если альбом надо сделать быстро. Итак, приступаем к работе над первой страничкой. Итак, это такой вот элемент будет у нас. Так будет выглядеть страничка. Значит, будет откидной элемент, который будет закрывать и открывать страничку. Далее, сейчас я расскажу все размеры. Далее будет следующий откидной элемент. Еще два откидных элемента. Вот так вот будет выглядеть страничка. Таким вот образом. Итак, какие размеры в сантиметрах? Сейчас я покажу вам. Здесь вот у меня все написано. 15,3 миллиметра на 31,6. И вот из этой суммы общей уходит 1 сантиметр на сгиб. Делайте также потом, когда согнете здесь вот где-нибудь с краю 1 сантиметр, то потом находите в середине центра, то есть делите пополам страничку и находите, бегуйте в центре и складывайте. Я сейчас покажу, как это будет выглядеть. Дальше следующая деталь нам понадобится размером, так, я думаю, вот так вот лучше будет, наверное, видно, 15,3 на тут вот на общий размер, значит, 15,3 сантиметра на 23 сантиметра. И нужно будет пробеговать на расстоянии 8,9 сантиметров, сделать линию сгиба. Это будет вот такой вот, вот эта вот конструкция такая. Дальше понадобится следующий размер 8,3 сантиметра на 15,3 сантиметра. Дальше понадобится 15,3 на 2 сантиметра. И это две таких детали понадобится. И одна деталь размером 5,1 сантиметра на 16,3 сантиметра. Здесь уже я дала общий размер, как говорится, с припуском. Из этой суммы вы отнимаете 1 сантиметр на сгиб и делаете его вот здесь вот по короткой стороне. Я надеюсь, я правильно объясняю. Тот, кто делает в дюймах, значит, вот размер этот у меня получается 6 на
12,5 дюймов. Я сделала, значит, я напишу сейчас 6 на 12,5 дюймов. Вот, также вот эти полдюйма, они уходят на сгиб, на линию сгиба, и потом я нахожу середину, делаю, бегую посередине эту деталь и складываю. Таким образом у меня получается вот такая вот заготовка для страницы альбома. Внутри она будет выглядеть вот таким вот образом. С одной стороны мы будем приклеивать ее уже к основе альбома, а с другой стороны будем вставлять тег. Получается вот такая вот заготовка. И вот на эту заготовку мы будем приклеивать остальные все закрывашки, подложки и уже скраповую бумагу. И значит, далее следующая деталь, это будет вот это, я уже говорила, 6 дюймов на 3, 1/4 дюйма. И с этой деталью нам ничего не нужно делать. Дальше две вот таких вот детали размером 6 на 1 дюйм. Нужно будет пробеговать просто посередине и отрезать вот такие вот, вот эти вот уголочки, они не нужны будут. Дальше вот с этой деталью размером 6,5 на 2 дюйма нужно будет пробеговать на пол дюйма с короткой стороны. И вот это вот по линии сгиба здесь вот уголочки вот эти вот отрезать. Они тоже не понадобятся. И дальше деталь 6 на 8 дюймов. Это та деталь, которая 15,3 сантиметра на 20,3 сантиметра. Мы ее бегуем на расстоянии 3,5 дюйма здесь. По этой стороне, да, отмечаем 3,5 дюйма и бегуем ее. Значит, я сейчас напишу 3,1/2 дюйма. Вот здесь вот мы пробеговываем на этом расстоянии. Вот теперь эти все подложечки мы склеиваем друг с другом таким образом. Берем эту деталь, я сейчас ее проклею за кадром, чтобы сэкономить время. Вот я уже смазала клеем, да. И теперь просто вот так вот склеиваю и все. Это вот деталь, вот эта вот самая большая, которая будет служить нам основой для страницы, на которой будут держаться все элементы. Теперь берем вот эту вот деталь, складываем ее пополам, не пополам, вернее, а на по линии сгиба у нас на 3,5 дюйма. Вот, берем одну деталь, которая у нас размером 1 на 6 дюймов. Тоже ее складываем пополам. Таким вот образом. И смазываем клеем. Эту деталь нам нужно приклеить по линии сгиба таким вот образом. Видите, вот эта вот меньшая часть, она смотрит наверх, как бы лежит сверху у нас. Вот. И теперь вот по линии сгиба нужно будет приклеить ее вот здесь вот сзади на большей части. Палочка для беговки ускоряет процесс приклеивания. Остатки клея я вот тут вот протру, чтобы их не было видно. Вот. Эта деталь у нас готова, вот она.
вот этот вот хлястик, это как бы держалка, соединение. И теперь опять наклеиваем вторую часть этого хлястика. Не наклеим, вернее, а смазываем клеем вторую часть этого хлястика. И приклеиваем ее к нашей заготовке для страницы. Так, где-то у меня резкость пропала. Вот, значит, ну, смотрите, чтобы у вас правильно лист этот лежал, эта заготовка. То есть вот эта вот часть прорезная с одной и с другой стороны, она должна находиться вертикально. То есть вот к этой части, где у нас есть прорез, мы приклеиваем нашу детальку. Наш, вот этот вот это откидной элемент будет. Вот так вот получается. Теперь берем заготовочку вот эту. Это заготовка 8,3 сантиметра на 15,3 сантиметра. И детальку 6 на 1. Это вот 15,3 на 2 сантиметра. Также пополам сгибаем. Смазываем. Одну половинку так, вот эту вот детальку берем и по длинной стороне приклеиваем просто вот эту заготовочку. Получается вот такой вот, такая вот закрывашечка именно с такой деталькой. Конечно, можно было бы удлинить эту деталь, оставить место на сгиб, но почему я делаю именно с такими хлястиками? Когда вы делаете такой хлястик, добавляется некоторое количество миллиметров вот в это пространство, где будут фотографии, тогда альбом не будет раздуваться. Если этого не делать, то тогда, если много откидных элементов всяких, то тогда страничку просто начнет вот выгибать ее, раздувать ее, как бы, да, от того, что все подложки ложатся друг на друга, и между ними пространства не будет. Поэтому я делаю именно таким образом. Теперь смазываем также оставшуюся половинку клеем. И теперь эту заготовочку приклеиваем к правой части. Основы, к правой части основа, да, долго сидела, думала, как же сказать, таким вот образом. И таким образом у нас получается вот такая вот конструкция. Таким вот образом. Теперь осталась у нас вот эта вот деталь. Ее нужно согнуть также по линии сгиба. И приклеить на вот это вот первый откидной элемент. По середке. Если кто-то хочет, может приклеить ее и снизу, и сверху, в общем, кому как нравится. Я ее приклею по центру. Примерно по центру.
Вот и все. В принципе, страничка готова. Осталось только все вклеить скраб-бумагой. На этом этапе нужно будет приклеить магнит. Если у кого-то магнита нет, значит, вместо вот этой полоски вы можете использовать ленту какую-то, в общем, или веревочку какую-то для закрывания. В общем, какой-то способ закрывашки придумать, если нет магнитов. Дальше, что я могу еще посоветовать? Вот эту часть можно здесь, например, каким-нибудь дыроколом края прорезать, если кто-то хочет. Я, например, оставлю это так, ничего не буду делать. Дальше здесь тоже можно дырокол края использовать. Но, в общем, на всех откидных элементах, ну, можно использовать дырокол края. Но это по желанию, естественно. Магнит. У меня будет страничка закрываться таким образом. Магнит я буду наносить, значит, на эту деталь и на вот этот вот откидной элемент с правой стороны. Я сделаю это за кадром. Нет, девчонки, все-таки решила показать вам, как приклеивается магнит. Может быть, кто-то делает впервые альбом. Итак, примерно на 1,5 сантиметра от края я приклею двусторонний скотч. Можно использовать суперклей какой-нибудь, чтобы приклеить. Так, где мои магниты? Вот они, мои магниты. У меня магниты толщиной, я не знаю, сколько. Наверное, 1-1,5 миллиметра, может быть, не знаю. Приклеиваю на двусторонний скотч. И сверху также опять заклеиваю двусторонним скотчем. Приклеиваю второй магнитик здесь сверху. Дальше, для того, чтобы отметить, где будет находиться второй магнит на этой стороне, у меня есть вот такой вот корректор жидкий белого цвета. Я капельку наношу. Закрываю эту страничку таким образом и нахожу, делаю отпечаток, как бы. Вот здесь вот будет находиться второй магнит. Я беру двусторонний скотч, вытираю корректор, можно, не можно. Так. Снимаю пленочку защитную и приклеиваю магнит. Таким образом вы можете его посадить на то место, где ему нужно. Приклеить. Все, заклеиваем сверху двусторонним скотчем, чтобы под бумагой потом он магнит не выкатился никуда. В принципе, вот и вот эта вот страничка уже у нас готова. Следующая конструкция. Это будет конструкция водопад. Это на 3 фотографии или на 6, кто как приклеит. То есть все эту конструкцию знают. Откидываться будет наверх. Что-то резко пропадает. Фотографии, подложки будут откидываться наверх. И держаться подложки будут с помощью... Закрываться, вернее, страничка будет вот на такой вот хлястик тоже обыкновенный. Какие размеры нам нужны для самого водопада? Я сейчас скажу в дюймах, потом в сантиметрах. Значит, в дюймах получается... Я здесь допишу, что это дюймы. 5,5 дюйма на 4,5 дюйма. И вот эти вот полдюйма, они уйдут сюда на линию сгиба. Нужно будет делать линию сгиба. И также у всех трех элементов нужно будет отрезать уголки. Что я сейчас и делаю. Это и будут заготовки для самого водопада. И понадобится вот такая вот деталь 4,5 дюйма на 2, и эти полдюйма они уйдут на линию сгиба. Тоже здесь нужно будет отрезать. Теперь я дам размеры в сантиметрах. Так, для самих подложек размер будет 14 сантиметров на 11,5 сантиметров, и из этих 11,5 сантиметров 1 сантиметр уйдет на линию сгиба, на сгиб. То есть останется место для вклеивания фотографии 10,5 сантиметров по ширине. А нет, не по ширине, по высоте. Ширина будет 14 сантиметров, а высота будет 10,5 сантиметров. И на хлястик нужно
деталь размером 5, значит, таких вот деталей надо 3, я здесь написала, и на сам хлястик нужно будет 5 сантиметров на 11,5 сантиметров, деталь такую нужно будет всего лишь одну, и также 1 сантиметр уйдет на линию сгиба, вот, и останется у вас полезная площадь, так сказать, 10,5 сантиметров. Так, сейчас я это уберу. Пока что мы делать ничего не можем. Нам нужно взять вот эту вот уже готовую нашу деталь, да, с магнитом, который мы только что приготовили. Перевернуть ее вот таким вот образом. И эта конструкция будет размещаться у нас на обратной стороне этой страницы. Вот, хлястик я могу уже сейчас приклеить. Сгибаем хлястик этот. Вот. И приклеим его снизу по центру детали. Приклеиваем по центру. С помощью этого хлястика будет конструкция открываться и закрываться. Также нужно будет сейчас согнуть остальные все заготовки наши. Но приклеивать их сейчас к этой страничке мы не будем. Потому что нужно сначала здесь наклеить скраб-бумагу. Это сделаем мы потом. Но для того, чтобы странички не потерялись, я... Вот не странички, вернее, а заготовки эти не потерялись, я возьму большую скрепку и соединю их вместе со страничкой. То есть мы уже будем знать, что именно эта конструкция располагается на этой страничке. Вот таким вот образом. И откладываем в сторону, приступаем к следующей конструкции, к следующей страничке.